Традиционно в завершении учебного года воспитанники детской музыкальной школы показывают, чему они успели научиться за этот год. На отчетном концерте, который состоялся в молодежно-спортивном центре, побывала и наша съемочная группа. Не случайно отчетный концерт получил название «Гордость школы 2018». В нем приняли участие талантливые ученики, ставшие в этом учебном году лауреатами и победителями различных конкурсов не только краевого, но и общероссийского уровня. Директор музыкальной школы Евгения Владимировна Герасимова выразила благодарность преподавателям, которые вели активную профессиональную работу в течение этого учебного года. Победы, дипломы, награды ребят – это сила таланта, помноженная на кропотливый труд преподавателя и ученика. В этот день на сцену поднимались и родители. Без их помощи и поддержки невозможно было бы представить все те достижения, которых удалось добиться. В их честь звучали слова благодарности и бурные аплодисменты. Я хочу поблагодарить родителей и сказать, какие вы молодцы за то, что своих детей не только воспитываете, но и даете им прекрасные духовные начала. Заботитесь об их прекрасных душах. Здоровья вам всем! Всего самого доброго! В продолжении мероприятия воспитанники каждого из объединений музыкальной школы исполнили композиции, с которыми выступали на различных конкурсах и фестивалях и получали заслуженные награды. Отчетный концерт детской музыкальной школы – одно из важнейших мероприятий этого учебного года. Но об отдыхе ребятам думать еще рано. Пора выпускных экзаменов в самом разгаре. А совсем скоро белореченцев ждет большой концерт детской музыкальной школы «Выпускной 2018», который состоится 19 мая в 14:00 в спортивном комплексе «Химик». Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.